И всем привет, меня Александр Навасов. И давайте уже тогда начнем. Пока что долго грузится, хотел когда карта загрузится, тогда и начать. В общем, в данном видеоролике мы опять играем в Call of Duty VVEE. Это третья часть наша на YouTube, то что я выкладываю. Ребята, давайте мы поиграем на карте. Это мультиплеер, как всегда. Проверьте оружие, охота началась. Надо бы как-нибудь узнать, как здесь модифицировать оружие. Выдвигайтесь и займите точку. Враг на подходе. Типа как-то ставить кучки здесь какие-то и прицел. Нам нужно подкрепление. Нужно узнать, как это делается. Давайте, я пошел. Так, сидим. Пойдем. Стоп. Он же меня убил, наверное. Не понял, откуда. Тихо, идем. У нас огневое превосходство. Тихо. Что за немцев играю? Вперед. Тихо, я смотрю. Что-то... Разведчик ищет цели. Так. Посмотрим. Тихо, я смотрю. Привет, бочка, мы с тобой уже увиделись, бочка. Противник поднял самолет-разведчик. Бомба Фриц-Икс сброшена. Это флаг. Вперед. Так. Ага, вижу. Пистолет. Свою, блин. Идем. Там не свой уже, я видел. Че я вообще не попасть не могу, что-то. Ладно, идем. Я лучше с таким автиком побегу. Чё там, чё? Данные цели подтверждены. Огонь на поражение. Бомба противника в укрытие. Не знаю, как всё снимается. Я же попал. Ну как они так стреляют? Я не знаю даже. Ранил. Зашли. Тихо. Дошел.
Осматриваю все. Они у зенитки! Не знаю где. Вышел сюда. Укрытие. Нафиг мне это укрытие. Противник поднял самолет-разведчик. Убил. Замечен вражеский самолет-перехватчик. А, блин. Вот. Тихо. Давай, вылезай. Да ты задрал меня. Противник поднял самолет-разведчик. Идем. Победа. Блестяще. Фатерлянд гордится вами. Все, мы победили. Я набрал. Сколько очков? 3 очка всего, 3 человека. Это прикольно. Смотри, как бежит. Оба. Убил. О. Убил второго. В общем, ребят, все. Это на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео и всем удачи и всем пока!